Проект «Мальдива» выдвигается в качестве кандидата в представители России на международном конкурсе «Евровидение 2018». У нас в гостях участница коллектива, певица, композитор, автор песен Мария Боровикова и гитарист Дмитрий Федосеев. Доброе утро! Доброе утро всем! Здравствуйте! Всем привет! Что, прям вот Евровидение, прям вот. А, прям Евровидение. Прям... Мы уже отправили заявку. Уже, да? Да, мы уже отправили заявку. Это первый этап, да? Да, это вообще первая песня, которую мы записали на английском языке. Я очень долго мечтала попробовать, потому что... А есть русскоязычный вариант? Да, я пишу русские песни, и выпускаем песни. Вот Дима аранжировщик, делает сведения, аранжировку сведения, то есть вот он делал. Вообще, как зародилась эта песня «Every Single Day»? Я познакомилась с девушкой из Лос-Анджелеса, она из Пятигорска, то есть она русская. Она написала текст «Every Single Day». Я посмотрела, мне понравился текст, я записала музыку, мелодию придумала, отправила ей, она сказала: «О, классно, круто, давай сделаем песню». Ну и все, я говорю: «Дима, давай сделаем песню». На английском языке Дима сделала сведение, аранжировку. Вот, так мы ее выпустили. И решили, а почему бы нет? Почему бы не отправить на Евровидение? О чем песня? Песня о чувствах. То есть вообще, это я как это понимаю, это какая-то абстракция о чувствах. О эмоциях, о любви. То есть все-таки о любви. Да, о любви. Писала это ее Ульяна. Она мне потом впоследствии рассказала, о чем песня. Она немножко даже не о ней. То есть она не о себе писала эту песню. Она писала о любви своих знакомых. В принципе, да. Да, в принципе, о любви, да, своих знакомых. Вот. А эта пара вдохновила ее на написание песни. Что-то каждый день, да, every single day, это... Каждый божий день, как говорится. Да? Да. Вот. Записали песню и отправили. Потому что в интернет мы, когда ее выложили, такие разногласия были. Мы знали уже, что едет Юлия Самойлова, конечно. Вот. Но это, знаете, это такой протест. То есть у нас в России... выбирает закрытый круг людей. То есть голосование закрытое. 90% стран-участников выбирают именно люди. То есть люди решают, кого отправлять. А здесь мы ничего не решаем. У нас отправили кого-то, и вот он выступает. Новым молодым участникам просто туда не дают пробиться. Вот, поэтому мы подумали, почему бы нет? Почему бы не отправить? Песня классная, она ничем не хуже. Я, конечно, не могу сравнивать, да, песни, это народу надо решать. Но в интернете за нас проголосовали, было очень приятно, конечно. Мы сделали такое открытое голосование в пабликах. Проект «Мальдива» выдвигается в качестве кандидата в представителя России на международном конкурсе «Евровидение 2018». Синглом «Every Single Day», который мы только что до рекламы послушали, у нас в гостях Мария Боровикова, певица, композитор, автор песен, и Дмитрий Федосеев, гитарист. Ну, вы понимаете, что сейчас на Евровидении не только творчество ценят, да, Мария? Да, надо вам бороду наклеить, понимаете. А Дмитрию, наверное, какие-то лосины яркие надеть, накраситься тоже. Ну, вот, понимаете. Так что, вы знаете, вообще, скажем так, престиж Евровидения в нашей стране чересчур завышен. На самом деле, там в других странах-то не особо-то, это, знаете, там прям, победил на Евровидении. Так что, если вы не попадете, вы не расстраивайтесь. Я вот к чему. Я думаю, мы не расстроимся, мы будем так же работать. Вы продолжаете, песни. Да, конечно, выпускать песни, заниматься творчеством. Кстати говоря, как вы давно занимаетесь музыкой? Я давно занимаюсь музыкой с 9 лет, с музыкальной школы. Я с 9 лет пишу песни. То есть, я, Дима тоже, наверное, где-то так. Нет, я лет с 15, наверное. Дима так. Позже. Вот. А вокалом я занимаюсь с 15 лет. Преподаю вокал сейчас, вот в данный момент. А, так уже работаете? Да, я уже работаю 3 года. Вот. Ну, а с какой музыки начинали? Вот сразу какой-то такой был вариант эстрады, да? У меня был вариант эстрады. У меня был выбор пойти заниматься академическим вокалом. Я прозанималась академическим вокалом где-то 3 года. У меня даже были какие-то успехи, я ездила по конкурсам, выступала. Но мне это было как-то не близко. То есть мне нравилась эта музыка, но когда я сама ее исполняла, я не чувствовала себя в своей тарелке. Вот. Я писала песни к тому моменту, уже выступала со своими песнями, и, конечно, свои песни ближе. Дмитрий. Ну, я начал с классической гитары. Да вы что? Вот. Прямо вот... Ну, точнее, я сейчас так попытался... Можете озвучить, да? Чтобы все понимали, что такое классическая гитара? Озвучить... На гитаре. На гитаре, да. Что-нибудь. Ой. Давай. Полет шмеля. Это было
Это было 100 лет назад. Ну так, хотя бы чуть-чуть. Ну и потом, а девчонка из 107-й квартиры, самая красивая во дворе, да. Я знаю, да, эту песню там. Я тоже классическую гитару изучал. Шучу. Давайте послушаем ваше творчество в живом варианте, да? Давайте. У нас не так давно, что-то, в прошлом году вышла... На русском языке. Да, на русском языке вышла песня «Останови время», которая уже играется в Москве. Уже да вы что? Да, в ЦУМе и в Подмосковье. На ледовом катке большом, там есть большой-большой экран, и там клип показывает каждый день. Серьезно? Каждый день, да, наши песни. Ну так давайте ее слушать. Давайте. Останови время? Да, останови время. Неожиданно. Для Дмитрия вообще все неожиданно сегодня. Дмитрий, вы на радио пришли? Да. Неожиданно. Можно поговорить, можно... я думаю. Да. Пока Дмитрий готовится. Это песня свежая, да? Это песня с прошлого года, да. Но на самом деле она свежая. О чем? О любви. Написала я ее сама. Зачем мне задают этот вопрос? Да, о любви. Написала я ее сама. И текст, и музыку. Вот. Мы готовы? Мы готовы? Дмитрий? Да. Останови время, чтоб было не поздно начать все сначала. Я это серьезно. Давай все забудем, обиды, скандалы. Другая я стала, другая я. Среди загорающихся звезд.
проект Мальдива в студии Радио 54. Спасибо. Мне чем-то напомнило, знаете, этот, город 3012. Да, что-то есть. Многие говорят, что похоже. Да. Не специально мы сочиняли. Ну, это хороший пример, да. А как вы оцениваете свои шансы по поводу Евровидения? Честно, ну, неплохие. Когда вы ждете ответа какого-то? Мы ждем ответа. Ну, вообще, я подумываю на том, что, возможно, мы раскрутимся за этот год и поедем в следующем году. А, то есть, вроде как, это такая разминка, да? Да, это пока что разминка, это заявка, это протест от того, что вот... Мы не что, можем, выбирают, что люди, да, что люди что не могут выбирать. Постоянно, значит, да. Сергей Возможно... Лазарев постоянно ездит, да, значит, и Дима Билан, ну, понятно. Вот. А есть другие музыканты, которые... Да. Угу. Я не против Димы Билана и не Сергея Лазарева ни в коем случае, и Юли Самойловой. Так давайте снова их пошлем. Куда? Ну, я хочу, чтобы выбирал народ. Нет, это правильно, я соглашусь. Ну, это же голос есть. Я тоже опять хочу, да. Мы вам... Желаем удачи и надеемся, что все у вас получится. Да. Видно, что желание у вас есть. Глаз, как говорится, горит. Да? Спасибо. А это самое главное. Дмитрий Федосеев и Мария Боровикова у нас были в гостях. Проект «Мальдива». От вас напоследок какая-нибудь история из жизни. История из жизни. Она довольно мистическая. Я вот недавно узнала, что все люди, которые в моем окружении, с которыми я работаю, с которыми я сотрудничаю, они родились 26 числа. Дима Федосеев родился 26 октября. А моя фотограф, с которой я сотрудничаю, Татьяна Фирсова, родилась 26 октября. Ульяна Саркисова, которая написала песню «Every Single Day» из Лос-Анджелеса. Да, текст песни. Она родилась 26 сентября. И, кстати, мой крестный сын родился 26 ноября. Вот. Слушай, это правда какая-то мистика. И у Димы друг тоже 26 сентября родился. А вы когда родились? А я родилась 5-го. Вы выбиваетесь из собственной концепции. Да, выбиваетесь, да. Надо что-то с этим сделать. Посмотрите, есть же нумерология, да, что это означает? Цифра 8. Моя мама родилась 8 августа. Вот видите. Так, мы так можем до бесконечности здесь, да, в студии находиться. Но, к сожалению, время заканчивается. Уже 58 минут. Я покидаю студию Радио 54. Илья, а я не покидаю. Илья, я тут живу. Виолетка, привет. А в понедельник полным составом... Настюха возвращается. Д'Артаньян и три мушкетера, как всегда, будем вас радовать в эфире Радио 54. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.